ДК Подмосковья пройдет фестиваль «День индийской культуры» в Красногорске. 11 февраля все пришедшие на праздник с колоритом смогут принять участие в мастер-классах по танцу катхак и йоге, а также узнать секреты популярности традиционной индийской музыки и современного кино. В завершении Дня индийской культуры на сцене ДК Подмосковья состоится гала-концерт с участием профессиональных артистов. Вход на все мероприятия свободный. Индия – страна разнообразных культур и традиций, которые имеют тысячелетнюю историю и продолжают развиваться сегодня. Дни индийской культуры в Подмосковье – это возможность узнать Индию непосредственно от носителей культуры, познакомиться не только с историей, но и с сегодняшним днем этой страны.